Екатеринбург, аэропорт Кольцово. Делегацию белорусских тележурналистов, а это с десяток представителей СМИ из Минска, Гродно, Бреста, Витебска и Бобруйска, встречают коллеги из ГТРК «Урал». На улице ветер и не выше плюс 10. Первое впечатление – белорусский март. Уже в машине хозяева объясняют, попали на самые холодные дни. Дальше размещение и ранний подъем. В 7:00 по минскому времени экскурсия на телестудию. Просторный ньюсрум, монтажные комплексы, продюсерская и десятки журналистов, ведущих и операторов. Урал – самый мощный региональный филиал ВГТРК. Здесь делают новости, специальные репортажи и уникальные проекты, вещают коллеги 24/7. Во время экскурсии по длинным коридорам и просторным комплексам у белорусской делегации берут интервью. Впечатлений уже на первых минутах масса. Коллеги делятся своим опытом. У нас нет такой должности, как продюсер. У нас корреспондент, он занимается тем, что он ищет тему. Грубо говоря, корреспондент отвечает только за то, как держать микрофон и за свой текст. У тебя несколько контролирующих органов потом этого текста. Это исключает право на ошибку. В ходе бесед отмечают главную идею уникальной творческой телемастерской. Сейчас и вы, и мы переживаем такой большой период трансформации к цифровому телевидению, к картинке в качестве HD. Это сложно, мы делаем это для наших телезрителей, но это важно. Поэтому чем лучше мы узнаем друг друга, чем лучше мы узнаем те ошибки, которые совершили, тем меньше мы их совершим. Вместе с нашей делегацией все время представители московской редакции телеканала «Россия-24». Профи поясняют специфику структуры новостей, выходов в эфир и важности принципов оперативности, достоверности и качества материалов. Мы можем понять, в какую сторону нам всем вместе двигаться, как нам вместе работать и что мы должны предлагать зрителю, чтобы зритель радовался, чтобы зритель был удовлетворен тем, что он видит, и он понимал, что это все работает именно в его интересах и для него. Уже позже будет подведение итогов, обсуждение важности телевидения в целом и роли журналиста в отражении картины мира. А до этого экскурсии в музеи, семинары, мастер-классы и встречи с ведущими телеканала «Россия-24». Ангелина Дикун, Александр Трофимов. Специально для «Бобруйск-360».